Добрый вечер, Махачкала! Добрый вечер, дорогие уважаемые гости! Мы вас приветствуем! Желаем всем приятного отдыха, хорошего настроения! Сегодня в кругу великолепных табасаранских исполнителей мы будем лицезреть и останемся в неизгладимом впечатлении от этого концерта. Я думаю, что наши артисты будут очень стараться, и у вас будет замечательное настроение. От вас бурные овации, бурные аплодисменты нашим исполнителям! Всех с наступающим Новым годом, дорогие друзья! И в первую очередь сейчас хочу пригласить на сцену еще одну очаровательную, не менее прекрасную, чем я, милая, очаровательная и, конечно же, всеми любимая Эльмира Хакишиева. Встречаем, друзья! Свого віршу хають шармої міри, обухна із ярла пахи хати, без свого віршу хають шармої міри. Моя взорат фікраї ноди, у тканки кір хапах із кади, гира за яр, гира за бухна, їх кисмат нам і мир Богу руха. Гира за яр, гира за бухна, їх кисмат нам і мир Богу руха. Резільки ліс бува ярко вуша, декіль між тух нас узлап моя була. Фуга ниргиса із балашка на ниса, у хатирі дравах тула бура їда. Фуга ниргиса із балашка на ниса, у хатирі дравах тула бура їда. Моя взора твій краї нові, у тканки кір хабах із кади. Гира за яр, гира за бухна, їх кисмат нам і мир Богу руха. Гира за яр, гира за бухна, їх кисмат нам і мир Богу руха. Була біди за кюкір я хіла. Моя взора твій краї нові, у тканк кюкір хабах із кади. Гира за яр, гира за бухна, їх кисмат нам і мир Богу руха. Гира за яр, гира за бухна, їх кисмат нам і мир Богу руха. Очень хорошо, что ты решил.
и красивая композиция в моем исполнении «Попурри» лично для всех вас. Приятного отдыха! Нашей очаровательной даме с прекрасными вокальными данными, очаровательная Оксана Ибрагимова. Давайте встретим бурными овациями, друзья!
аплодисменты очаровательная Оксана Ибрагимова. Это твои цветочки, Оксана? Да. Ой, какая красота, вы посмотрите. Аплодисменты Оксане Ибрагимовой. Великолепная вокалистка. Я больше всего обожаю, когда она берет в руки гитару. Она просто неподражаема в этом стиле. Дорогие уважаемые гости, дорогие уважаемые наши зрители, сейчас я хочу предоставить эту сцену заслуженному работнику культуры Республики Дагестан. Давайте бурными аплодисментами встретим Хаишаха. Ваши аплодисменты, друзья!
Заслуженный работник культуры Республики Дагестан Хаир Шахов! Аплодисменты, друзья! Действительно приятно, когда еще и называют великолепных наших поэтов-песенников. Спасибо вам огромное за ваш труд. Конечно же, без ваших красивых стихов не было бы таких красивых песен. Спасибо вам огромное. Дорогие уважаемые гости, дорогие уважаемые зрители, мы продолжаем. И я сейчас с огромнейшим удовольствием хочу предоставить сцену первым гостям нашего концерта. Я его обожаю. Просто у меня, кстати, с ним... Да чуть позже расскажу, что у меня с ним. Пусть останется секретом. Итак, на сцене заслуженный артист Республики Дагестан Эльдар Муслимов! Все цветовые даже, все на свете краски в каждой есть. Чистая правда, все, что нам надо, это рядом вы, то не лезть. Женщина мира, чистая лира, для поэтов и художников. Каждый счастливый будет лишь только, сердце то единственное даст. Кто придумал для кого, для кого-то одного, целый мир красивый, как она. Если выберешь меня, то сбылась моя мечта, если это женщина моя. Если выберешь меня, то сбылась моя мечта, если это женщина моя. Очень прекрасный, это то желание быть с тобой. Женщины мира, вы так красивы, я готов полжизни посвятить, чтобы одну лишь только из женщин на руках носить и так любить. Кто придумал для кого-то одного, целый мир красивый, как она. Если выберешь меня, то сбылась моя мечта, если это женщина моя. Если выберешь меня, то сбылась моя мечта, если это женщина моя. Если это женщина моя,
Спасибо, спасибо, друзья. Два слова. Я просто сказала, у меня с ним что-то было, да? Что я сказала вообще? Сама не помню, что я сказала. Эльдар, просто у меня песня есть одна такая. Говорю я всем вокруг, у меня есть лучший друг. Он пока стесняется, но в любви признается. Никуда не денешься, влюбишься и женишься. Я не дам тебе скучать, будем вместе танцевать. Никуда не денешься, любишься и женишься. Я не дам тебе скучать, будем вместе танцевать. Вот это тот человек, мой лучший друг, с которым у меня пока ничего нет. Ну что ж, ну а сейчас я хотела бы пригласить на сцену очаровательную племянницу, нашу всеми любимую звезду дагестанской эстрады Джанет Встречаем! Спасибо. Продолжение. Вам всегда от нас любовь, почет и уважение.
Спасибо. Самый счастливый папа Сарафа. С наступающим вас. Джин это остается. Я все правильно сказал?
красавица. Лена, Лена, разве что? Не уходи, пожалуйста, подойди сюда. Дильбер Хану, Дильбера. Я Алла Гизле. Чуров Алла Чуву, Дильбера. Правильно, красивое же имя. Чуров 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 Чуву, Чувсаволджа. Теперь лошадь, Диль. Спасибо, Диль. Разве что, может, скажешь пару слов? Добрый вечер всем. Всех поздравляю с наступающим Новым годом. Всем желаю только счастья. Тебе тоже огромного, бесконечного счастья. Успехов в творчестве. Цвети и бей только вперед. Спасибо. Тебе желаю всем благ, родная. Творческих успехов, побольше вдохновения. Музы тебе. Спасибо. А теперь я поздороваюсь с моими. Да, ты свободна. Харвак и Хайловые пиши. Азизит Хервакловые Матанахриир. Есть Абасаран Халк. Есть Чудар Атшачи. Их Улуколи Аити Лисич. Варды Мубаракивши Аллах. Вардарис Уджулар. Хорковалар. Ти Бахтаришни Амуэль Аити Исан. Их Дюня Саламативши Азиз Матанахриир. Ритухус. Побольше, как говорится, улыбок, счастья, надежды. Пускай в этом наступающем новом году исполнятся все наши заветные мечты и пожелания. Всем хорошего настроения, мои хорошие. С наступающим еще раз вас. И следующая наша композиция. Спасибо. Üç bağrı vele devremi şapuri Şadun-i atar kadet isnuayı Sarallah diği durar behem apri Şadun-i atar kadet isnuayı Sarallah diği durar behem apri Urcari yediğin uğraşırın muhtar Saf bir aklı zıdıklayır şehirler Damak kadet bağrı çişir vağat şar Şadun-i aklı zıdıklar tuvri şapşar Merakayı dostla girabi dostlar Şehirleri sağlığına zori dostlar Merakayı dostla girabi dostlar Şehirleri terefna zori dostlar Mubarak abur hağı vardı mübarak Mühibatlı arzlayı yukarı mübarak Mubarak abur hağı vardı mübarak Kurayı ceyran sirşuş uçuz mübarak Sicar aba inşallah gıri insan habu vaknas işi kü ahı babna ahı aba inşallah gıri insan habu vaknas işi kü ahı babna ahı aba urcari yediğin uğraşırın muhtar saf bir aklı zudurtlayır şehirler damak kadı bağırıp şir vağat şar şadı yaklı zudurtlar tuvri şapşar merakayı dusla girabi dur Şehirleri sağlığına zori dostlar Merakayı dostla girabi dostlar Şehirleri terefna zori dostlar Mübarek abur hağı vardı mübarek Mühibatlı arzlayı yukarı mübarek Mübarek abur hağı vardı mübarek Kurayı ceyran sirşuş uçuz mübarek Thank you.
از گوری توستر مبارک ابر خاقی بردی مبارک محبت نو ارسنای یکار مبارک مبارک ابر خاقی بردی مبارک خورای جیران سیر شوش اچز مبارک مبارک ابر خاقی بردی مبارک محبت نو ارسنای یکار مبارک مبارک ابر خاقی بردی مبارک خورای جیران سیر شوش والز مبارک. Чук сау, лицей сатанагерир. Спасибо. О, Манечка, тут как тут. Спасибо. Заслуженный артист Республики Дагестан. Бесранум Гюльмагомедова. Ну, а следующий исполнитель, придя к нам за кулису, он говорит: Манечка, говорит, сейчас меня встретила, говорит, девушка, и попросила, говорит, спойте, говорит, песню. Зырзачан, конь рубух на хырза, у вуадрумным рекан хабза. Я говорю: слушай, ну ради, ты ее уже 10 лет поешь, остановись. Он говорит: тогда я сегодня спою красивую новую композицию для нашего дорогого слушателя. Итак, на сцене всеми любимый Нурутдин Абдуллаев. Минат, нали гору хагис арсарис, изил гулис, ушарвова, иджмиди си как наваис, меракаис, удуч минат, нали гору хагис арсарис, изил гулис, ушарвова, иджмиди си как наваис, джангуният, изумрина кубова, изган мурат, узу Кубова. Джангуньяр из земли на Кубова, из Ганмурат узузаи Кубова. Кукдин конци из земли вобал бурава, лизиловси кава фикрари дир хорава. Кюхнин конци, изюмир ву балбурава, лизилу все, кава фикрари дир хурава. Thank you.
Ахан Мурат, Узуза и Кикибулува. Чангуньяр и Зимрина Кувулува, Изган Мурат, Узуза и Кикибулува. Кикнин кунци, Изимир Вубалгурава, Идиловси, Кава Фикра Ридир Хурава. Кикнин кунци, Изимир Вубалгурава, Идиловси, Кава Фикра Ридир Хурава. Не убегай, пожалуйста, Нурдин. Так как ты девушке обещал спеть эту песню, можно акапельно, живьем? Как же давно мы ее не слышали. Пожалуйста. Хит из Юна. Давайте аплодисментами. Еще раз. Гырза Джангуни. Такая песня. Гырза Джангуни, рух на гырза, уладру мою лика лапза, я пхил ми песну машна с гигури, убоку гуза с гиздарман курца. Все, слава. Учурайте со мной баракишли, ша два баку, жвалы пишли. А как сейчас радуется эта девушка красивая, которая просила спеть. Вот вам живое исполнение. Ну что ж, дорогие уважаемые зрители, как ваше настроение? Можно аплодисментами услышать? Я смотрю, что уже настроение поднимается. Больше табасаранских песен слышим, правильно? Мы же за ними сюда пришли. Исключительно только за новыми композициями, да, Жень? Друзья, на самом деле я всем хочу пожелать в новом наступающем 2022 году мира, добра, чтобы все невзгоды, чтобы все печали, чтобы самое главное, вот эта вот болезнь осталась в 2021 году. Мы от нее так все устали на самом деле, чтобы в 2022 году мы были все здоровыми. Это самое главное для нас, для всех. Дорогие уважаемые гости, дорогие уважаемые зрители, ну а сейчас я с огромнейшим удовольствием хочу пригласить очаровательную Джамилю Капланову. Встречаем! Ура, забуз, махакон.
Она еще одну красивую композицию нам подарит. Может быть, возможно, чуть позже. Ну, как вам песня? А вот это уже очень понравилось, я заметила. Очаровательная Джамиля Капланова. Ваши аплодисменты. Спасибо огромное. Всегда великолепные и красивые композиции. Ну, а сейчас я без лишних слов хочу пригласить на сцену Магомед Закир Рамазанова. Встречаем, друзья! چون خری دنوای آلاگیزی، او کارخانی سولاری، باخمانگا کرمویوری، کیکتی خیب چون خری دنوای آلاگیزی، او کارخانی سولاری، باخمانگا کرمویوری. Aşkarda bunu mühibatla şirinmeli Akurza bu yüz babalı kız ala gizli Can yüz babalı makana ruzla O yüz bir kabuğa uzur yavu patça Aşkarda bunu mühibatla şirinmeli Akurza bu yüz babalı kız ala gizli Can yüz babalı makana ruzla O yüz bir kabuğa uzur yavu patça خاناین شام و چون کیک دیز بوم افشا یبوم خو آلاگیز نی دبالت نو اوت کن خدیسی هبلونیتی خاناین شام و چون کیک دیز بوم افشا یبوم خو آلاگیز نی دبالت نو اوت کن خدیسی Aşkar da bunu mühibatla şirinmeli Hakurza bu yiz babalı kız ala gizli Can yiz babalı makana ruzla O yiz bir kabuğa uzur yavu patça Aşkar da bunu mühibatla şirinmeli Hakurza bu yiz babalı kız ala gizli Can yiz babalı makana ruzla O yiz bir kabuğa uzur yavu patça Aşkar da bunu mühibatla şirinmeli Hakurza bu yiz babalı kız ala gizli Can yiz babalı makana ruzla O yiz bir kabuğa uzur yavu patça Aşkar da bunu mühibatla şirinmeli Hakurza bu yiz babalı kız ala gizli Can yiz babalı makana ruzla O yiz bir kabuğa uzur yavu patça Магомед Закир Рамазанов! Браво! С наступающим тебя, обаятельный мужчина! Ну что ж, дорогие уважаемые зрители, ну а сейчас вновь гостья нашего концерта, еще одна очаровательная, прекрасная дама, звезда дагестанской эстрады, очаровательная Мисти! Встречаем!
Спасибо. Спасибо большое. Я хочу всех вас поздравить с наступающим Новым годом. Пожелать вам всего самого наилучшего и в первую очередь здоровья. Помните, как мы раньше все говорили счастье, здоровье, любви, и как-то все было очень банально, а сейчас это пожелание звучит очень даже, да? Так, очень актуально, да, все правильно. Здоровья всем крепкого, пусть вот эта пандемия всех вас обойдет стороной, ваших близких, родных, всех, кого вы любите. Естественно, всем счастья и хорошенечко, пожалуйста, отметьте Новый год, и пусть в новом году все ваши желания, которые не исполнились в этом, обязательно исполнится. С наступающим! Спасибо! Спасибо, действительно, милашка, очаровательная Мисти! С наступающим Новым годом тебя, моя хорошая! Ну что, и как настроение сейчас уже? Такое слабенькое настроение. Как настроение, друзья? Вот это другое дело. Я, конечно, вас плохо очень вижу, потому что эти вот сигнальные огоньки на меня очень сильно падают, но мне хочется увидеть каждого из наших уважаемых зрителей, из наших уважаемых гостей. Хочется увидеть ваши улыбки на лице. А половина в масках сидят. Какие молодцы, а? Какие умницы. Так что, Роспотребнадзор, у нас все нормы соблюдены. Расстояние между людьми есть, дистанция совершенно верно соблюдена, маски надеты, не чихаем, не кашляем, улыбаемся только. Хоть даже улыбок не видно, зато глазами можно будет определить, вы улыбаетесь или нет. Вот этот мужчина в кепке не улыбается вообще. Что, настроения нет? Нормальное настроение? Без супруги пришел? Рядом дети, супруга, все хорошо? Все нормально. С наступающим вас Новым годом. Здоровья вам. Самое главное, девочки в масках, да? А, ну, все понятно. Все правильно сделал. Совершенно. Детей в маске не обязательно. Все верно. Молодец. Исправно. Очень уважаю правопорядочных граждан Российской Федерации. Молодцы. QR-коды у всех есть? Ага. Сейчас скажи. У входа замучились, скажи, да? Сейчас еще со сцены. Представь, да ладно, все прекращаем, ладно, настроение всем порчу, чувствую я. Ладно, настроение хочу еще больше поднять. И... Wi-Fi? Все, а, все. Я, просто мне иногда говорят, что ты быстро уходишь со сцены, говори, говорит, с людьми. О чем я буду говорить, кроме как о QR-коде, всех в масках вижу. Я говорю, я не знаю, что мне с ними, о чем говорить. Еще раз анекдот какой-нибудь расскажу. Сейчас пойду за кулисами вспомню. Ну а сейчас на сцене звезда дагестанской эстрады, мой любимый. Я не знаю, любите ли вы его так, как люблю его я. Магомед Аликперов! Любите, любите, оказывается. Мечту.
меня, мой друг, пойми. Нет для меня иной любви. Я с ней хочу всю жизнь разделить, обняв ее, про все забыть. Когда ее вижу, душа замирает, волнение и радость меня наполняют. Никак не могу красоту ее забыть. Украду, украду, я тебя для собой заберу. Всю любовь, что в душе, я лишь тебе одной подарю. Украду, украду, я свою заветную мечту. Украду, украду, я тебя для собой заберу. Всю любовь, что в душе, я лишь тебе одной подарю. Украду, украду, я свою заветную мечту. Когда ее вижу, душа замирает, волнение и радость меня наполняют. Никак не могу красоту ее забыть. Украду, украду, я тебя для собой заберу. Всю любовь, что в душе, я лишь тебе одной подарю. Украду, украду, я свою заветную мечту. Украду, украду, я тебя для собой заберу. Всю любовь, что в душе, я лишь тебе одной подарю. Украду, украду, я свою заветную мечту. С наступающим! Спасибо, друзья! Спасибо! Спасибо! Спасибо огромное! Магомед, я после того сальто уже тяжело двигаюсь на сцене. Того печального сальто в моей жизни. Уже так переживаю, боюсь, на каблуках уже тяжело так двигаюсь. Вы заметили, да, я уже послабее танцую. Заметно было? Тогда или нет? Танцую нормально еще? Сальто повторить сегодня? Ребята, ты говоришь, нет. Мы второго позора такое не допустим, да? А еще, мне знаете, как писали? Чата басаранвиш. Я же табасаранка, у меня же факта басаранец. И говорит, да, наша табасаранвиш больше не падает. Да, ходи, говорит, в кроссовках на свадьбу ходи, ну хорошо. Но все равно приходится каблуки одевать, я же не высокой ростом. Ладно, что-то я о себе, да, о себе, друзья. А у нас такие шикарные исполнители. Кстати, они готовы? Кто у нас там следующий? Я Магомеда увидела, станцевала, уже про всех забыла. Честное слово, кто у нас по списку там? Мурат! Ох, бедная. Челки нас прости. Я бедная кричит оттуда. Конечно же, заслуженная артистка Республики Дагестан. Всеми нашими любимая. Тем более, после смены такого красивого стиля на сцене, она мне стала еще больше импонировать, еще больше нравится. Я вообще обожаю наших очаровательных горянок в платках, но я это отметить не могу. Шикарно, согласитесь? Это действительно шикарно. Очаровательная, несравненная, заслуженная артистка Республики Дагестан, Гюльназ Гаджикурбанова!
очаровательная Гюльназ Хаджикурбанова. Такая молодая красавица, да еще и заслуженная артистка Республики Дагестан. Действительно, очень приятно. Дорогие уважаемые гости, дорогие уважаемые зрители, ну а сейчас я с огромнейшим удовольствием, вы, наверное, все понимаете, после Гюльназ Хаджикурбановой, кто может выйти на сцену? Кто может выйти, как вы думаете? Кто? Совершенно верно, ее брат. Все просто. Итак, на сцене звезда дагестанской эстрады Мурат Хаджикурбанов. Печеный моей матерью лаваш, парад нас с тобой назадать наш. Друг ты мой, как отведал в моем доме ты за мной. Испеченный моей матерью лаваш, парад нас с тобой назадать наш. И с тех пор, брат ты мой, и с тобой для нас ванны мой. Брат ты мой, с тобой дня как поделили мы с тобой. Дружбы хлеб материнской сделанный рукой. И с тех пор, брат ты мой, и с тобой дня нас ванны мой. Брат ты мой, брат ты мой, с тобой дня как поделили мы с тобой. Дружбы хлеб материнской сделанный рукой. Печеный твоей матерью чурек, в твоем доме я с собою разделил, породнило это нас навек. Добрый друг, испеченный твоей матерью чурек, в твоем доме я с собою разделил, породнило это нас навек. И с тех пор, брат ты мой, и с тобой для нас ванны мой. Брат ты мой, брат ты мой, с тобой дня как поделили мы с тобой. Дружбы хлеб материнской сделаны рукой. И с тех пор, брат ты мой, и с тобой для нас ванны мой. Брат ты мой, брат ты мой, с тобой дня как поделили мы с тобой. Дружбы хлеб материнской сделаны рукой. Исполнителя я снималась в клипе. Да,
Чуть позже я его попрошу исполнить эту композицию акапельно. Ну а сейчас одна красивая композиция, я думаю, что новая композиция от заслуженного артиста Республики Дагестан, всеми нашего любимого Абдулы Мирзакеримова. Встречаем, друзья! Красавица, как тебя зовут? Где тебе подобные лилии растут? Не могу я оторвать опьяненных глаз. Я в тебя влюбился вмиг, лишь увидев раз. Скажи, цветешь в каком саду? С признанием я к тебе приду. Милая, зря ты хмуришь бровь, чисто как свет, моя любовь, моя любовь. Пищи уйти, быть с тобой позволь. О том, что в душе спит, тебе позволь. Про любовь спою и спою про боль. Про мечту спою, если бы с тобой. Влюбился в миг, миги навсегда. И к тебе мою любовь не сотрут года. Скажи, цветешь в каком саду? С признанием я к тебе приду. Милая, зря ты хмуришь бровь, чисто как свет, моя любовь, моя любовь. И с пищи уйти, быть с тобой позволь. О том, что в душе спит, тебе позволь. Про любовь спою и спою про боль. Про мечту спою, вместе бы с тобой. Шадвалар işliyoruz, kula bereket işliyoruz, can bir sağval işliyoruz. Çok sağ olun. Oruç Ali'nin de mealide bu, ilk Rıvanç Ali'nin de mealide rap düzgün erdi, şuhlar zaten. Hadi deyiz ki, çünkü Ligure Reazer mealimiz, İspanya Ali'nin kompletiz. Navşi kunik mühübat nabışi, ilk böyle din bahluni garnaşi. Uzunlar bu akıyıklar naşi, ilk yukarın marzi hisar naşi. Uzunlar bu akıyıklar naşi, ilk yukarın marzi hisar naşi. Naşi, naşi, camyar naşi, ilk yukarın marzi hisar naşi. İlk yukarın marzi hisar naşi. Çok sağ olun, Kasiba Maya. Aa, nasıl
Но после такого исполнения я не знаю, что я на сцене делаю. Абдулла, нам срочно нужен сольный концерт от тебя. Реально, действительно, правильно? Вот красота. Ой, прям я уже не знаю дальше, что вести. Я забыла, кто спеть. А, нет, вспомнила. Девушка в таком ярком платье там стоит, как ее можно забыть? Тем более такую очаровательную, милую, нашу табасаратскую красавицу. Давайте по бурными аплодисментами встретим Альфия Мурсалова! Очаровательная Альфия Мурсалова. Красавица.
Вообще, у нас на Кавказе очень красивые девушки. Согласитесь, наши горянки. Какой неписаной красоты. Вы со мной не согласны? Тем более сейчас на сцену выйдет, я бы по праву ей дала звание супермодели. Она действительно очень красивая дама. Помимо ее красоты, у нее еще великолепный вокал. Как вы думаете, кто это? Бекехан Мураджопова? Я, конечно, ей это передам. Скажу, ты выглядишь многообещающе, Беке. Но нет. Нет. Как вы думаете, кто это? Вот супермодель. Вы видели супермодель? Попадаем уже в цель. Наконец-то. Конечно же, очаровательная наша горянка. Красавица, мать двоих детей. Сейчас вы увидите, вы просто ошалеете. Такая красавица. Зарифа Гасанова, встречай! Шива дарис, искла.
Спасибо. Какая красотка, действительно, согласитесь? Хлопают в основном мужчины, да? Женщины завидуют, да, немножко? Я тоже тебе не хлопала. Ну, я твоя коллега. А давайте аплодисменты подарим. Зарипа Гасанова! Тем более, в таком новом формате музыки, современной, на табасаранском языке, это еще лучше, еще прекрасней. Мы идем в ногу со временем и звучим современно сейчас. Правильно же? А то все это танцевальное. Танцевальной композиции ждем? Танцевать будем сегодня вообще? Места свободного много. Если есть желание, танцуйте, друзья. Ну, тем более сейчас прозвучит красивая композиция в исполнении очаровательной Индиры Абдуллаевой. Встречаем! Хотя чем не супермодель? Высокая, стройная, очаровательная, огненная и зажигательная. Бекеханом Раджабова! Только встать на место. Субтитры сделал DimaTorzok.
Давайте ему подарим аплодисменты. Человек, который знает, как сделать праздник, знает, как принести людям радость и веселье. И все это благодаря ему. В такое нелегкое время собрать людей, сделать концерт, порадовать вас только благодаря Тельману. Спасибо, Тельман. Ну и сейчас на сцене. Я бы, вот честно, с легкостью, я не знаю, почему не дают народного артиста, такой великолепной народной любимицы. Заслуженная артистка Республики Дагестан, примадонна табасаранской эстрады Марьям Газиева!
Қағымыз сақсына дейім әлі мүхім бат құрылы. Қафар Лиманат Эмурбековайын қағым. Қағымыз тезуді апынайым әлі. Мұқам бұйы мүхір алдын. Қағафар бұйы иқ күйбеке құрмарымын. Қағымыз мүхім батына қағымыз әлі бұл. Үмуд кебіраза қабыл шыл көрі. Кибрувами
Хрибатин Халах, Сахнайна Дых Абузгулис, Учур, Учур, талантливая, красивая Эльмира Ханкишина. Дугат Дюча Ильича, Хатбика Накуру Мэли, Гафар Ридикон Узу, Марьям Бачи, Мукам Эмиль Касратарды, Умот Кибрача Учус Абул Шурбари, Эльмира Ханкишина. Thank you.
Хочется выразить в поддержке организации сегодняшнего концерта нашему уважаемому Алимураду, Алимурадову Асланбековичу. Давайте подарим ему тоже аплодисменты. И, конечно же, самому крутому организатору концерта Дэну Абукарову. Обычно десерт бывает маленьким, и все сладкое, правильно же? Я думаю, что на этом мы с вами попрощаемся. Спасибо вам огромное, что вы пришли, что вы подарили самое дорогое, что есть на этой земле. Ваше драгоценное время. Спасибо, друзья. На этом мы с вами не прощаемся, а говорим вам на свидание. До новых встреч. Будьте счастливы.